Погодите-ка, это будет больше как Футурама или Рик и Морти? Скорее будет похоже на «Завали ебальник». Это Барзар. Это была мирная планета до вторжения этих злых инопланетян. Но Рензо защитил свой народ от инопланетян и их дьявольского лидера. Базарака! Я прилип к полу, помогите! От создателей Бриклберри. Тогда Рензо женился на королеве Флейми. Исключительно по любви, а не из-за власти. Хоть королева уже и была старовата. О, да. Давайте поласкайте сиськи. Бабуля это любит. Netflix представляет. Чего я действительно хочу это стать генералом? Конечно. Я соберу тебе серьезную команду. Мазила! Оу, да! Добро пожаловать в мою команду! Это моя судьба — избавить планету от зла. Кто этот умник, поставивший на эту штуку ручную коробку передач? Вы же знаете, что я умею ездить только на автомате, ублюдки! Ребята говорят, что вы считаете нас недотёпами. Конечно, вы, черт возьми, недотёпы! Я купил вашу форму в магазинчике приколов, тупица! И что? О, да. Обожаю эту мерзость. Привет. Смотри сюда, придурок. Тебе лучше не залезать на мою половину влагалища. Это не будет проблемой. У меня невероятно тонкий пенис. Барзар! Для чего эти часы? Они открывают червоточины. Но только в душ моей матери. Так, они не в порядке? Нет, это я не в порядке. Качаем с торрентов с 15 июля. Откатите меня в раздевалку! И если снова прокатите меня через жвачку, я вас расхер...